Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Лев, канал Лео ТВ, продолжаем с вами проходить Dead Island, версия Definitive Edition. Так, я вообще не понимаю, что мы в этом бунгало делаем, как мы здесь оказались, почему игра нас, ой, закинула сюда. Так, смотрим задание. Заблудшие, второстепенные. А, ну да, точно, точно. Нам на ту карту надо будет переместиться, но мы пока этого делать не будем, потому что здесь есть еще чувак с именем Амар, по-моему, да? Мы же его в прошлой серии видели с вами. Где-то здесь внизу был. А почему его нету? О, да ладно. Ну серьезно? Игра, ну как так? А? Я же его видел. Амарик, ты где? Да. Где мы? Ну тогда вот сюда давайте пойдем. Небезопасное место нас, конечно, игра скинула. Ну вот. Пойдем-то переместимся к Ленке в башню. В этот монастырь. А что еще остается? Амарик, Хумарик не появился. Это очень печально. Пошел вон. Да, 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 да. Угу. Здесь что? Beach Rescue. Указатели даже висят, надо же. Тут есть верстак, но он нам не нужен. Совершенно. У кого-то день не задался. Ну, у нас, судя по всему, потому что по какой-то совершенно непонятной для меня причине нас игра выкинула фиг пойми где. Сюда, да? Да, вот она лестница. Ну, пошли. Что, поднимемся по чудо-лестнице. Обидно. Игра, ты надоела мне уже. Чё ты ерундой опять занимаешься, а? Давай. Полный экран включить. Чё сворачивается, спрашивается? Давай, открывай. Ладно. Что мы выяснили? Что Амара Хумара здесь нет. Почему-то. Он вот здесь же, помните, в прошлой серии восклицательный знак был. Да, ладно. Пойдемте. А быстрый переход у нас был у этого, у Синамоя же. Ла-ла-ла. Сейчас мы перейдем и пойдем. Ленке помогать. Хорошо, теперь вы готовы. Достаньте припасы, но берегите себя. Зря не рискуйте. Да-да-да-да-да-да. С вами умрет последняя надежда на спасение. Да-д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 а. Так. Церковь. Перемещаемся. Быстрое перемещение очень круто. Надо поговорить. Сейчас поговорим. Так, сейчас, короче, понаберем квестов. Что это? Хранилище? Надо же. Тут даже есть хранилище. Нам нужно, чтобы кто-нибудь достал батарейки для фонарей. Ночью мы выключаем свет, чтобы не привлекать ненужного внимания. Не хотите нам помочь с батарейками? LP-400 сейчас дам. Я знал, что вы согласитесь. Поищите в магазинах, машинах, домах. Они могут быть где угодно. Если что-то найдете, несите сюда. У нас должно быть. Вот. А давай. Они подойдут. Если раздобудете еще, вы знаете, где меня найти. Просто спросите Райана. Они подойдут.
Если раздобудете еще, вы знаете, где меня найти. Просто спросите Райана. Так, это, короче, регулярное задание, ну его в баню. Нужен спирт. Дезинфицировать раны и порезы. Столько раненых. 1500. Но не могу же тебя подвести, правда? Отлично. Скорее. Инфекция сейчас куда опаснее, чем сама рана. У нас разве нету спирта? Так, 5 бутылок виски. Еще одна нужна. Мать Елена сказала мне, меня зовут Хьюго. Мать Елена сказала мне, что вам можно доверять. Нашему брату Гранту нужна помощь, чтобы разобраться с системой оповещения. Мы должны сообщить оставшимся в живых людям, что они смогут найти здесь убежище. Вы не могли бы пойти к Гранту и помочь ему? Мог. Определенно. Да помоги вам, Господь. Идите к радиомачте и передайте Гранту этот магнитофон. Именно это ему нужно будет пустить в эфир. Я свяжусь с ним по рации и сообщу ему, что помощь в пути. Хорошо, идем дальше. Набираем квесты оптом. Мне нужно сделать нечто ужасное. Ты кто? Диана. И без инсулина. А долго она не протянет. Разве у нас нету? О, спасибо вам. Неподалеку есть аптека. Наверняка там должны быть инсулиновые ручки. Я подожду здесь. Не хочу бросать ее. У нас должен же быть инсулин. Пожалуйста, скорее. Нет. У нее почти не осталось времени. Мугамбе, здорово. Началось это безумие. Мне удалось эвакуироваться сюда. Но моя жена и дочь не смогли этого сделать. Мне говорили, что видели их там, полуживыми, полумертвыми. Одному Богу известно, кто или что они сейчас, но моей семьей они больше не являются. Пожалуйста, это непросто, но я хочу, чтобы вы упокоили их. Остановили их страдания. Они заслужили покой, они это... Вы это сделаете? Хорошо. Можешь на меня положиться. Спасибо. Вот их фотографии. Пожалуйста, сделайте это быстро. Вы это сделали? Нет, Мугамбе, ты что, с ума сошел? Да что такое? Можно? На нас вчера вечером напали зараженные. Мне удалось сбежать, но я не знаю, что произошло с моей семьей. Если они выжили, они наверняка не знают, что и со мной все в порядке. Ты можешь сообщить им, что я жив. Я тут сделал несколько плакатов. Если сможешь развесить их по городу, возможно, кто-нибудь на них натолкнется. Прелесть какая. 1500. Да. Развесь мои плакаты по всему городу, и тогда они, может быть, смогут меня найти. Хорошо. Удалось развесить плакаты? Прошу, не дайте им и дальше так страдать. Держись, Лиза. Эти люди нам помогут. Так, провод. Тут еще где-то есть задание, где верстак. Вы можете нам помочь. Так, теперь ты. Нужно закрепиться в церкви, чтобы эти демоны не достали нас. Для этого понадобятся особые инструменты. Вы поможете достать их? Да. Можешь на меня положиться. Отлично. Эти инструменты находятся в мастерской Антонио, на насосной. Но мы ж там были уже. Мы нашли инструменты. Ты чё, дурак, что ли? Так быстро? Конечно, нет. Так. Пожалуйста, скорее. Успокойся. Успокойся. Так, пойдемте выйдем. Кто-то здесь еще есть на улице. Вот она ты, согласилась? Ну, один из туннелей канализации проходит под рекой. Он ведет на другую сторону. Но сначала нужно понизить уровень сточных вод, потому что сейчас проход затоплен. Мы можем отправиться в ремонтную мастерскую, и я покажу, как и чем мне нужно помочь. Я хожу уже не так быстро, как раньше. Ага. И вам придется защищать меня от этих демонов. Договорились? Сколько там сложность? 4500 средняя сложность. Пошли. Конечно. Спасибо. Пойдем. Тогда пойдем. Чтобы я уже сюда не возвращался. Квестов я набрал. Пошли. Я буду тебя защищать. Мой мачо. Так.
Так, 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 так. Сейчас мы будем сопровождать Джозефа. Деньги. Великолепно. Это он не может так быстро ходить, понимаете? Не может. Нифига себе, я бы тоже хотел так медленно ходить. Йося! К нам сюда. Тут 2 метра, в принципе. Пошли. Ладно, попробуем пройти через это здание. Ну пошли. Я готов. Только без меня тут аккуратно туси. А то тебя грохнут, я потом виноват буду. Прикрываю. Чё, прошли? Да, мы молодцы. Думаю, лучше всего нам пойти просто прямо. Ну пошли. Не слабо огреб, да? Ну да. Чё происходит? Его кто-то ударил? А чего он упал? Я, может, что проморгал? Боже, они повсюду! Отправь их в ад! А почему у меня... Запинали, запинали. Подойди ближе. Почему игра позволяет себе нам оружку автомата менять? Надо будет это в настройках убрать, мне кажется. Langer Road. А сколько? Сколько? 250. Видишь этого жадного ублюдка? Настал конец света, а он все равно беспокоится только о том, как нажиться. Ну и чё? Йося, объясни мне, что ты хочешь? Ну и чё? А, идем, да? А, понятно. 3000. Среднюю аптечку купим. Йося, ты куда пошел? Не беги, это опасно. Я не могу, мне за тобой бегать, это очень опасно. Вы видите их? Вон там. Сейчас будет немного больно. Так, а где еще мое оружие? Я не понял. Не знаю, наверное, профукал. Ну ладно. Чё страшного? Подожди. Это нормально. Осторожно! Они приближаются! Так. Вот это нехорошо. Потому что Йосичка может отдать концы. Так, эти бочки взрываются? Я думаю, да. Хорошо, давай. Да ты ее кончишь, нет. Вот говно беспомощное, Йося. Пусти меня. Так, давай.
Йося, ты беспомощное фуфло. Понимаешь? Забирай. Ща помрет. У него там вообще уже ничего не осталось от хилки. Так, давай. Да. Ну-ка. Все. Порезали мы их, да, порезали. Молодец, охраняемый. Ты все правильно сделал, что соскочил. Ты мне только скажи, сколько нам еще бежать. Куда? Давай, идем. Какой же ты тупой, а? Но мы его не донесем, мне кажется. У него чуть-чуть осталось ХП, поэтому есть риск. Есть риск. Мы пришли. Да ладно. За этой дверью вход в канализацию. Ведите. Вижу. Мы должны попасть внутрь. Больно, наверное. Конечно. Мы должны поспешить. Пошли, ладно, уговорил. Пошли в канализацию. Ха-ха, да. Новый уровень. Так, Йося, подожди, я сейчас уровень прокачаю. Так, где у нас там оружка, тупица? Не так быстро. Расход выносит одноручного оружия. Нет. Оружие приходит на прочность. Так, давайте вот это вот. Все, прокачали максимум. Следующее у нас будет расход выносливости. Да, еще надо одну. 40, минус 45%. Хорошо. Проход затоплен. Нам нужно откачать воду. Ну, пойдем. Нужно закрыть вентили и открыть шлюзы, чтобы снизить уровень воды. Вы мне поможете, друзья? Какие друзья? Вот опять объясните мне, вот баланс игры. Сложность минимальная, опыт 5000. Определенно. Тогда за работу. Мы же здесь. Вы должны закрыть вентили, чтобы я мог спустить воду. В противном случае уровень воды не опустится. Хорошо. Так, это выход. Пошли. Сейчас будем закрывать вентили твои. Подъем, да? Ладно. Уговорили. Он. Ну и... Собственно, на то и было рассчитано. Все, хорошо. Тут ничего. А сколько всего этих вентилей? Здравствуйте, молодой человек. Ну, я думаю, что да, вот так. С вашего позволения. Я хотел сказать, с вашего позволения я вас пристрелю, но... По всей видимости, это не требуется. В бошку и в тело влетает один и тот же урон практически. Это опять же вопрос к балансу игры. О! Здравствуй, любимый. Ты по мне скучал? Ну, я так понимаю, что у нас прыжок вот сюда наверх, скорее всего, да? Ага. Вниз по лестнице. Ладно, что. Сейчас будет больно. Все.
И вот так шмальнуть, если. И потом сюда. Правильно, я думаю? Я думаю, да, тут спускаться надо. Вот оно мое. Мачете. А, ну ты ж упал. А кто тебе виноват? Ты очень тупо упал. Как вы думаете, жадность меня погубит? А что-то у него с башкой происходит. Оружку взяли, что, в принципе, я считаю, неплохо. Да. Отсюда пройдем куда-нибудь. Игра, ты подкалываешь, я не пойму. Почему так сложно? О, что-то есть. Палка утомляющая. Ну, это на продажу все пойдет. В принципе, мой нынешний сетапчик оружия меня устраивает. Так. Что это было? Молодой человек, вы что вообще вот хотели? Скажите мне. Так, сюда вот отсюда я не попаду. Что там? Ключ? Интересно, а сколько у него урона у этого ключа? 128. Давайте, что продадим. Продадим. О! А тут, оказывается, все просто. Так, энергетический напиток. Что тут? Персональный ID. Открываем, да? Что-нибудь дельное? А, вот здесь. Я уж испугался, думал, я что, не открою дверь, что ли? Энергетический. Мод штурмовое ружье. У нас 6000. У нас все равно чудовищным образом. Чудовищным образом. Просто оружие тупится жутко. Модернизировать. Что мы хотим здесь? Самодельное обоюдоострый клинок. Ну, мы, конечно, поднимем. 407 баксов мы за него заплатили. У него урон 300, уже 400 единиц будет. Пистолет 254, 313. Тяжелый ключ. Все остальное пойдет на продажу. Где наш клинок? Он? Да. Фиолетовое оружие, оно самое топовое. Вообще. Че, откачали воду? О, это что, босс? Плевотный кислун? Плевотный кислун, кислотный плевун. Ну да, по всей видимости, да. Так, ладно. Очистите камеру от врагов. То есть вот так даже, да? Я думаю, что мы с вами постреляем. Ну-ка. Я бы сюда вот пострелял с удовольствием. Ну, ё-моё! Сейчас я посмотрю, как лучше их долбашить. Спускаться туда — такое себе удовольствие. Опасно. Так. Поднимись. Да, видимо, придется спускаться. Ладно, пойдемте. И сейчас, когда у нас будет анимация, они к нам припрутся. И снесут нам ХП. Все? Отлично.
А чё ничего пустя нету? Почему так? Я рассчитывал на что-то более серьезное. Так, ну фиолетовый это босс, понятно. Вон он на карте фиолетовым обозначен. Но перейди ты, господи. Ты что такое беспомощный? Все, помер. Плевончик, да. Сейчас мы разберемся с ним. Ой, Mine Hero, ты чё такой Hero, а? Ну, патронов у нас нету особо. Давайте пока попользуем то, что есть, в принципе, чё. Давай. Иди сюда. Доплюнешь, интересно? Не, так-то доплюнет, конечно. Доплюнет, да. Идет? А что если на... Вот так. Ну как? В смысле, как он выжил? У меня один молотов был. Комбинируем. Сто 120 единиц урона в бошку. От пистолета, у которого 600 единиц урона прописано. Это интересно, конечно. Тебе это понравится, урод? Живой? Мы можем? Не можем. Ладно, игра уговорила. Так. Чё, идёшь? Сдохни. Он живой? Вообще, конечно, баланс у игры интересный. Вы обратили, да, внимание? 1200 от метания оружием. 1200. И 100 с лишним от пистолета. Очень своеобразно, надо сказать, да. Так, здесь что, нету хилки? Это выход из канализации. Печально. Это очень печально. Подняться туда похилиться, ну не знаю. А ты что хочешь? Я вообще-то про тебе промазал дважды. Вот не знаю по какой причине. А я бил тебя, между прочим. Понимаешь, сволочь. Через канализацию проникните в престижный район. О! Это мы сейчас идем в Беверли-Хиллз, да? Помните, как во второй части? В Холливуд, Бел-Эйр. Мы с вами проникаем в престижный район. А, так. Ну ладно. Пойдемте в престижный район. Че уж там. Престижиться будем. Откроем дополнительную карту. Разве плохо? Это отражение воды, да? Да. А здесь что? Ну-кась. Царство зомби, да? Ну ладно. Не идешь? Ну и фиг с тобой. Правильно. Живее будешь. Я думал, он припереться хотел. Угу. Ребятушки, я с вашего позволения свинчу. Я не туда поднялся, что ли? По-моему, туда. А, не туда. Это что у нас? Кирпич. Сейчас посмотрим. Что я тут могу похимичить?
Ну-ка. Обожаю запах напалма по утрам. Ха! Все? Разметали мы их? Хорошо. Тут. Что тут? Оружка. Ясно. Ясно. Ну, хорошо, давайте спустимся. Я оружие свое хочу забрать. Я просто даже не помню, что я кинул. Я надеюсь, не свой фиолетовый ножик божественный. Я очень на это надеюсь. Нет. Это мое... мачете испепеление. Меня не устраивает, что вас такое количество. Мне объективно, чисто по-братски, воевать с вами нечем. И я не хочу с вами воевать. Идите нафиг. Все? Ну, вроде да. Я иду в престижный район, ничего не знаю. Так, эти деятели меня со спины там не подпирают? Как меня эти громилы достали уже, а? Офигеть, он кто вообще? Больно, наверное. Да пройди! Ладно. Все. Дай мне мою оружку. Быстро. Какой дебилизм, а? Че у нас с оружием? Клинок со мной. Все со мной. Но коктейлев Молотова нету, это плохо. Они наши лучшие друзья, судя по всему. Так, это что? Ржавая труба, 29 единиц урона. Капец, конечно, мы навоюем с ней. Вообще. Наверху у нас верстак по карте. А где он у нас по карте наверху? Это что? Тут закрыто? Так, лестницу видите? Вижу дверь. Давайте посмотрим, что это за дверь. Ну ладно, потратили. Не хотел тратить, но что поделать. А, так это верстачело. Нормально. Хорошо, давай. Мод яд. Починить. Где наш чудесный? А, самодельный ножик у нас. Себя прекрасно чувствует. Топор. Нормально. Это нет. Деревянная дубина 250. Тяжелый ключ. Утомляющий. Мы его продадим. Тяжелый ключ утомляющий, а мы продадим. А, сюда? Ладно, здесь что? Опять громила. Какие же вы надоедливые, а? Если бы вы знали. Так, это бродяга, он у нас такой себе. Кажется, все. Куда все? Вот этот еще. Козел. Тут есть что-нибудь? Ничего здесь нету. Это взрывун. Какая прелесть вообще. Отлично. Чё, идёт он? Вон ещё какой-то дебилоид появился. До свидания. О, господи. Еще один стоит. Что это такое?
снеси его, пожалуйста. Давай. Вот и успокоили чувака. Изолента и 5 долларов. Зашибись. Зашибись вообще. Ладно. Не-не, до свидания, родной. Там тоже что-то есть. ID, наверное, очередной, да? Ничего здесь нету. Но это, по-моему, не то место, в котором мы были, я так думаю. Стой там, товарищи зомби. Товарищи археологи! Сейчас тебе будет бой. Все, забирай. Сложили, сложили, а... Только не говорите, что я профукал свое прекрасное оружие. Оно ж не могло улететь. Нет, нет. Он с нами. Че, я забрал его, получается? Бегуны, короче, одним броском улетают. Вообще. Слушайте, получается, что я забрал оружку. Да. Где ты опять застрял? Он на этот не может сам подняться. На возвышенность. Это здорово, да? Что это? 35 единиц. Труба. Верстачок. А нам нужен верстачок. Так, экзотический нож для тростника. Мы починим его, конечно. Самодельно. Это все пойдет на продажу. Весь этот хлам. Что там было? Средняя аптечка, конечно, за first aid. А тут что? Да ничего. Выключи. Энергетический напиток. Ну понятно, да. Спокойной ночи, мальчик. Станешь, я тебя опять замочу. Понял. Так что давай, отдыхай. Что-то мы очень долго идем до элитного района. Бегун? Да. Упади, пожалуйста. Упади. Все. Отлично. 40 бакинских. Че он там сторожил? Если он там вообще что-то сторожил. Что это? Ну, я так понимаю, оружка, да? 186. Ну, пойдет на продажу, чё. Нам есть что продать. Денег заработаем. Экономику свою подправим. Чтобы стать богатыми людьми после этого прекрасного перехода. Мы же с вами идем в элитный район. Ну, собственно, все, да. Так, ладно. Идешь? Он же вроде далеко от меня был. Ну куда это, конечно? Что это? Что ты делаешь, дебил? Встань.
Упал. Ну вот и ладушки. Как тебе это понравится, урод? Иди вот их ползучих поймай в прицел. Со мной. 250 деревянная труба. Это кто? Деревяшка? Это взрывалка? Так, ладно. А, ну мы здесь были с вами уже. Упади. Упади. Вот потому и упади. Что там у него сколько? 28 бакинских, вообще мелочь. Тут 29 единиц. Тут ключ утомляющий. Прекрасно, нет, мы здесь не были, я пошутил. Да поднимись ты, дегенерат. Или были? Так, сюда идем. Правильно? Опять туса тут. Вот так. Так, ну я баллон вижу. В принципе. Ладно. Ну, слушайте, спускаться сюда так не вариант. Это не берется, да? Нет, не берется. Хорошо. Давай. Все, сложили мы его, да. Я уже говорил о том, что в RPG-зомби-экшене делать упор на бой, на метание предметов, это какое-то очень странное решение. Причем, как показывает время, это безальтернативное решение, да, по сути. Какая интересная поза. Все. Вы же видите, что метание здесь основа. То, в принципе, если ты не метаешь, то тебя просто сгрызут. 313, 328, это что? Это не то, 180. Хорошо, все, сдох. Дайте мне со зрителями-то пообщаться, лошары. Что это? Какой это урон? 182, 187. Обоюдоострое лезвие. Это 328, 313. 159. Вот это мы выкидываем нафиг, он не нужен. Этот ключ. И для продажи его использовать тоже не нужно. Ну слабо, он дешевенький. Он дешманский. Он откровенно дешманский. Ты же как, живой, нет? Мне очень интересно, а что здесь? Так, ты сюда сможешь залезть? Ну, короче, беспомощный шлак. Наш герой. Да. Ясно. Тут что? О, давайте. Хил — это прям вообще наше все. Да. Против хила, без хила нечего ловить. Да. Такое вот мудрое изречение. Да. Престижный район. Но мы наконец выходим в престижный район.
Это ратуша? Получается, это был путь до ратуши. Так. Что там мы там понаоткрывали? Именно в части точек. Сейчас посмотрим, что мы открыли. Эй, у нас тут новички! Полиция. Надо же. Ну и что у нас тут? Так, мне торгаш Эй, нужен. Приятно видеть новые лица. Если вы смогли добраться сюда, то, возможно, снаружи есть еще люди. Есть, да. Все в порядке? Ты словно из камня дробилки вылез. А, сорямба, гакатумба, туремба. Я был в этом чисто по-братски адусы в канале Золотые. Значит, эти твари тоже смогут через нее пройти. Ты что, дурак, что ли? Чё ж не пришли до сих пор? Надеюсь, баррикады выдержат. Так, торгаш, срочно. Где у вас тут торгаш? Он есть? Торгаш! У меня для тебя куча конфискованно реализованного имущества. И я не понял. Мосты должны были быть подорваны. Это был единственный способ сдержать эпидемию. Да, подрыва мостов? Чтобы не бежали. Понятно. Джош. Мы не можем сидеть здесь вечно. Вокруг начинается настоящий ад. Ну а в чем проблема? Иди и преврати его в рай. Ага, то есть все-таки здесь. У нас план. У кого-то должен быть. Кто-нибудь из вас видит здесь точку быстрого перемещения? И что торгаша? Я фигня? Не вижу. Сам ты фигня, лошара. А я человек живой. Я тебя сейчас обнесу, товарищ мэр. У тебя тут вон системники стоят с батарейками. Алкашку заберу. Нет, вы что хотите сказать? Здесь у вас есть, вот она. Сейчас мы с ним поговорим, а она откроется. Кто вы, скажите мне, ради бога, такие? И как вы сюда попали? По воздуху мы прилетел. Мы пришли сюда забрать еду и лекарства. Мне жаль, но это исключено. Наши запасы ограничены, и нам понадобится все, что у нас есть. Сейчас мне больше нечего вам сказать. Меня ждут люди, и мне нужно заняться делами. Обосраться, что ты за чувак, конечно. У меня просто нет слов. Этот урод слово в слово повторил то, что сказали эти козлы в полицейском участке. Все катится под откос, и теперь каждый за себя. 300 семей. Самые богатые ублюдки в городе. Все как в Новом Орлеане. Главное им прикрыть свою задницу, а гетто пускай горит. Они играют за свою команду. Думаю, и нам стоит последовать их примеру. Что ты имел в виду? Я говорю, нам надо найти того парня с радио. А спасатель? Мы же обещали помочь. Да в жопу спасателя. Если бы не он, мы бы тут не застряли. Ну, звони. Джин, ты тут? Да, тут. Вы нашли что-нибудь? Мы сворачиваемся. Забери нас у выхода из канализации. Но что вы собираетесь делать? Если мы хотим выжить, надо уходить. Здесь нам не помогут. Так это мы должны помогать другим. Только мы и можем помочь. Я не смогла спасти отца, но я еще могу спасти других. Джин, послушай. Лучший способ помочь остальным – найти этого человека с радио. Только он знает, что тут происходит. Здесь мы просто теряем время. Я обещала людям найти им еду и лекарства. И я это сделаю с вами или без вас. Либо действуем по плану, либо я забираю машину, а вы как хотите. Ты без нас тоже не справишься. Ты же это понимаешь. А если ты бросишь нас тут без машины, то и нам не выбраться. Никому не выбраться, если мы им не поможем. Она права. И что ты хочешь делать, Джин? Скажи нам. Достать для всех припасы. Курорт, церковь, полицейский участок. Полицейским? Ты что, шутишь? Мы достанем припасы для всех, кроме копов. Эти в состоянии позаботиться о себе сами. Потом найдем того мужика, окей? Я буду у выхода. Конец связи. Ну правда, копы вооруженные, что-то странно как-то. Головой об стену. Нам надо возвращаться в церковь
и там доделать те задания, которые есть. Мы это сделаем. Что тут? 138. Нож ныряльщика. Ну фигня, короче, оружка. Торгаша почему-то нет. Черт, это все наша еда. И что да. мне сказать этим людям? Думаю, нам нужно быть начеку. Что тут? Друзья, на мне, что мне тут игра показывает? Я не понимаю. Сюда? Может, я смогу помочь тебе? Так, Джош. Ну нет, он мне не нужен. Это Джош. Давайте посмотрим, есть ли там карта быстрого перемещения. Чуть я поторопился, что ушел оттуда. Так, мы здесь же были. Где карта быстрого перемещения? Это очень странно. Они что, хотят сказать, что... Отсюда быстрого перемещения нету? Ну-ка. Ну мы отсюда пришли. Ладно, дорогие друзья, на этом мы серию закончим и с этим быстрым перемещением, со всей этой фигней разберемся в следующей серии. Нам в любом случае надо возвращаться в церковь, чтобы помочь. У нас много там сайд-квестов, вот, и мы их должны сделать. Нас ждут люди, ждут нашей помощи. Ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на Яндекс.Дзен и Рутуб. Ставьте лайки, пишите комментарии, жмите колокольчик. Всем до новых встреч и всем пока.